С вами Денис, и мы продолжаем проходить The Como. Как вы помните, в прошлой серии мы должны пойти к посту охраны. Вот. А это не так-то просто сделать. Так, мы находимся в учительской. Так, погнали. Security room, да? Угу. Записка. Чего? Бутылка воды. Ага. Системная ошибка, да? Я нашел карту. Она откроет мне доступ к большинству комнат. А, нифига себе. К большинству. Интересно. Ё-моё. Эй, есть кто-нибудь? Пусть это будет... Твою мать. Вот ты где! Бляха-муха. Бляха-муха. Блять! Да, блять, ты издеваешься? Блять, какого хрена? Блять. Твою мать. В смысле все, блять, закрыто? Вы чё, блять, издеваетесь? В смысле? Чё за наёб? Блять. В смысле, чё за пиздец происходит? Ёб твою мать. Ну, как ты тут? А, чувак, у меня чуть сердце не остановилось. Я думал, это она. Ну, извини, уверен, что не хочешь пойти со мной. Будет безопаснее, если мы будем вместе. Увы, мать природа обделила меня твоим телосложением. Я не выдержу забега по школе. Как насчет другого варианта? Ты иди, а я через некоторое время двинусь за тобой на безопасном расстоянии. Знаешь что? Лучше забей. Только не надо так на меня смотреть. Угу. Меня тут чуть не грохнули, блин. Так, что нам принять? Фигня. Так. Угу. Немного. Ну да, по одной получается. Да, совсем чуть-чуть, капец. Жесть. Так, мы на четвертом этаже оказались. Так, подожди, все закрыто. А к служебным комнатам? К
Служебным. А служебные комнаты это у нас вообще что? Да это я уже понял. Так, что нам делать? Вопрос, карта. Учительская. Учительская, учительская. Это, наверное, вниз. Чё за... Нафиг. Лестница заблокирована куда-то там. Чё? А нам дадут вообще сохраниться, нет? Так. А, вот и учительская. Так. С учительской начали. С учительской закончили, да? Текс. Понятно, подъебочка. Так. Что? А, вот эти комнаты. Так, а где еще такие комнаты были? Подземный склад. Блять! Твою мать, вы чё, блядь, шутите? Она уже заебала меня. Блять. Сколько можно уже? Реально уже не смешно. Жесть. Так. У нас получается... Три, четыре, пять хпшек, да? Блять, серьезно? Блять, да ты заебала, ебаный в рот. Уже, блядь, реально не смешно, нахуй. Ебануться. Блять, да сколько можно, реально? Она бегает и бегает. Это жесть. Реально жесть. Я не думал, что она будет так часто появляться. Какое-то вообще крейзи происходит.
Так, на какой этаж мне нужно? Я уже запутался. Ниже, да? Ага, падает, ты один раз уже это. Ладно, короче, зайдем. Извиняюсь. Так, это зал отдыха для учителей. Чего? Так, а нафиг я... Вопрос, а нафиг нам надо было вообще... Опять? Пиздец. Это жестко. Секретный приказ. Да ё-моё, сейчас подожди. Останавливает снижение сил. Так, прибавляет сил. Так, у нас бутылочки сколько? На три слота свободно. Иди нахуй. Охренеть, как она меня заколебала. Блин, на каком мне нужно быть этаже, чтобы она свалила от меня? О, кстати, учительская на этой стороне.
чё? О, как она достала ходить, бродить тут, а? Уже реально не смешно. Ого. 54-41. Так, а... Я поздравляю, что ты можешь их теперь открыть. Что? Табель успеваемости? А, завалил три предмета. Ага. С обществом и людьми я не в ладах, или с предметом, но как умудрился его не сдать? Но алгебра это понятно. Изо. Ха. Интересно, где я соль? Эта девушка странная. Внимание учителям, пожалуйста, не впускайте сюда учеников. Мы поощряем ваши беседы, но напоминаем о случае кражи документов, оставленных без присмотра. Блин, опять она там ходит. Блин. Жесть. Что? Жесть. Это что, типа отвлекать? Третий этаж. Не туда пошел. Ну, наконец-то, ё-моё, сейф. Так, наверное, еще и тут перезапишусь. Так, а мы нашли... Блин, интересно, это касается... А, точно, это, наверное, касается всех классов, что ли. Так. Консультации. Ага. Кафетерий, класс продленки. Еще что-то, кошмар. Блин, опять она ходит, заебала. Так,
Здание школы старое, так что ремонт, обслуживание, отопление обходится недешево. Выглядит, конечно, неплохо, внутри сделали новую отделку, но, как по мне, лучше бы все снесли и построили заново. Не понимаю, любовь сейвы к старым зданиям. Ну да. Там же ж у них есть срок службы зданий. Ну, типа реконструкция не всегда помогает. Так. Сон казался таким ясным, что я решил вновь заглянуть на старый склад. Там я нашел порванную записку, где говорилось о том, что магия, девочка и странная школа и впрямь существуют. Выходит, это был вовсе не сон, и я на самом деле оказался в другом мире. Ясно. Ага, три предмета. Алгебра, обществоведение и ИЗО. Три предмета. Ага. А вот и пароли от третьих, вторых и первых. Ясненько. Такс. Опа, она. А ты кто? Школьничек. Офигеть. Ага, понятно, ничего полезного. Так. Такс. Ладно, перезапишемся. Да. Так, мы сможем выйти другим способом. Ага. Ясно. Три... А, это четвертый этаж, да? Так, а на четвертом этаже у нас получается класс А, класс 2, класс 3. А что делать-то? Неужели... Да ты достала там ходить, мать твою. Блин, как же она меня бесит. Реально бесит. Просто, мать. Да, блядь, сколько? И что теперь делать? Я вообще не смогу от нее, что ли, убежать? Она берет нахрен на этом этаже и все тусуется. А, надо спросить о табеле «Я соль». Угу. Понятно. Да иди ты в жопу. Кстати, она, по-моему... Ну да, ничего никак, да? Ну да, ноль у нас бабок. Кафетерий. Оу. А ты кто? А кто ты? Он не понимает, что тратить мое драгоценное время. Эй, алло, с кем ты разговариваешь? Слушай, нам нужно выбираться отсюда. Не знаю, заметил ли ты, но... Заткнись, пацан! Эй, зачем ты группой? Что ты вообще тут делаешь? Моя задача все записывать, ни больше, ни меньше. Летописцы записывают все, что видел или слышал. А теперь уйди, я занят.
Это он развешивает по всей школе записки. Но зачем ты клеишь их на стены? Потому что я один из творцов этого мира. А почему ты спрашиваешь? Тебе что, больше нечем заняться? Прочь! Нужно еще столько всего записать, но времени мало. А, подожди, ты не видел девушку в форме? Да, я ее видел в западном крыле. Она кого-то искала. Отлично, надеюсь, что меня. Ладно, но нам все равно нужно уходить, иначе ты узнал, что хотел, а теперь освободи место. Окей. Ясно. Так, как говорится, лучше перебдеть, да? А то и мы свалили. Подожди, а в смысле западном крыле? А, она во втором С. Так, она во втором С. Но нам нужно проверить. Блин, если бы я еще знал все здания. 1А, 1Б, 1С. Мой класс. Интересно. Так, я надеюсь, ничего не будет. Что-то мне это уже не нравится. Так, стоп. Книги? В смысле полом? Блин, как меня это все бесит. Так. Силы восстанавливаются быстрее. Ага. Прибавляет сил. Прибавляет сил. Блин, она везде ходит, достала. Останавливает снижение сил. Ладно. Энергетик Дэвис. Да, давай, открывай, достал. Ну. Да, раз мы изучаем этажи, лучше тогда. Так, а в каком мы оказываемся классе? 2Е и 2D осталось, да? Прибавляет немного здоровья. Шикарно. Только нам сейчас не здоровье надо. Так, по этажам, наверное, порыскаем. Что у нас тут? Так, значит, можно спрятаться. Ага. Теперь, получается, нам можно открыть вторые этажи. Вторые этажи, да?
Кто тут у нас? Ничего полезного вообще, да? Понятно. Но нам надо этим воспользоваться, чтобы мы могли, как говорится, все перебдеть. Это получается этаж у нас 2А, остался 2Б и есть 2С, да, получается? Угу. Блин, она везде начала ходить. Или все-таки что-то использовать. Так, сколько получается? 4, 5, 6. Так, а в чем разница? Немного здоровья. Ладно, давай шоколадку захаваем. Угу. Может, еще захавать? Ладно. Ничего полезного. В принципе, стоило ожидать. Твою мать. Так. Угу. Чего? Подожди. А что такое? Почему? Это ж вроде 2С. Разве нет? Чё за бред? Подожди, я разве не в этом классе? Чё? Блин, это странно. Так, а почему мы не можем... Так, а это какой у нас получается? 1. Опа. Что-то пропали эти. Поиски. Очень странно, я бы сказал.
Интересно. Может, что-то в его классе? Хотя... Опа-на. Какого хрена ты тут делаешь? Ладно, сейчас как раз... На этом можно будет и закончить. Почти. А, я Соль. О, ты еще жив? Впечатляет. Где ты была? Я тебя, блядь, повсюду искал. Что ж, теперь нашел. Видимо, ты не так безнадежен. А... Так. Нашел чей-то табель успеваемости. Сказать ей, что я нашел свой табель успеваемости. Хм. Я нашел свой табель. Он лежал в столе миссис Сонг. Странно, но он там был только один. Ладно. Посмотрим, умнее ли ты, чем кажешься. Ха, странно, никогда ничего подобного не видел. А, не видела. Что? Ты что-то нашла? Какую-то другую подсказку? Нет, дело в оценках, они ужасные. Ой, да ладно. Три заваленных предмета стоит, только не говори мне. Ну все. Я понял, нам до твоей прилежности далеко, да? Нет, это может иметь какое-то отношение к тому, почему ты сюда попал. Ты не администратор, так что за этим кошмаром должно скрываться нечто другое. Продолжай поиски. Что находится за главным зданием? Ну, спортзал, бассейн, северное крыло, которое недавно отремонтировали. Что из этого отмечено на карте красным? Это северное крыло. Там находится библиотека, конференц-зал, музыкальный класс и спортзал. Ах да, еще класс ИЗО. Почему бы тебе не изучить школу, сосредоточившись на трех предметах? Алгебре, обществоведении и ИЗО. Вдруг эта карточка с оценками прольет свет на нечто большее, чем твоя плохая успеваемость. А, мое шестое чувство пока подсказывает, что в северном крыле есть что-то еще. Я чувствую, что оно сосредоточие всего. Если ты туда доберешься, то может поймешь, что к чему. Твое шестое чувство. Ладно, буду откровенен. Если бы вокруг не творился такой пиздец, я бы подумал, что ты ебанутая. Я уже столько пережил, так что откройся, блядь, кто ты такая или что ты такая. Ты словно ожившая героиня аниме или что-то в этом духе. А, ты переборщил. Место, где мы находимся, на самом деле это не твоя школа. Это... Кривое отражение нашего реального мира. Мы называем его Кома. Хм, название игры. Меня можно назвать путешественницей. Я исследую загадочные места с темным прошлым, как твоя школа. Кто я? Не так уж и важно. Этот мир и то, что в нем происходит, куда важнее. Что ж, спасибо, ясно объяснила. Теперь-то я точно все понял. Кстати, слышишь этот звук? Это сарказм. Слушай, я пытаюсь тебе помочь. С каждой секундой в коме становится все опасней. Чем дольше ты тут находишься, тем сильнее становится убийца. Ого. У тебя мало времени, распоряжайся им как хочешь. Окей, ладно, допустим, ты права. То есть я пойду в северное крыло, смогу узнать, почему это место погрузилось в кромешный ад. Вау, неужели до него хоть что-то дошло? Если бы ты же внимательно слышал, а слушал на уроках, может быть, твои оценки были бы, наверное, лучше? Эй, вот только давай без этого, это плохие оценки. Явно проделки злых сил, наверное. Да, ясно объяснили все. Так, это западное крыло, да? Это главное... Ого. То есть, получается, с той стороны у нас ничего вроде бы не должно быть, да? Так, ладно. А теперь нам...
Так, мы тут не сохранимся. Это херово. Так, а где я сохранялся, вопрос? В 1D, что ли? Или в 1D я не сохранялся? Тут еще и забудешь нафиг. Вообще. Жесть. Так, это у нас что, 1D? Так, а 1F я, по-моему, открывал. Остались 1А, 1Б, 1С. То есть надо идти, походу, с той стороны, да? Ладно, хорошо. Проверим. Так, проверим, да. А, 1F, подожди, 1F, да? Так, а 1F, да, мы проверяли. Значит, получается нам идти в 1А. Опять эта сучка. Так. Да. Да. Угу. Ой. Так. Ладно, хорошо. Дорогие друзья, с вами был Денис. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Приглашайте друзей. Будет интересно. Много интригующего. Вот. Так что, если что, не прощаемся. Встретимся в новой серии. Всем удачи, всем на связи, всем пока.